Всем привет, господа! Всем здорово! С вами Дуско. Думаю, многие из вас задумывались над вопросом, какой корабль лучше всего будет проходить для вас ранги, чтобы вам было удобно играть, комфортно играть и прежде всего, самое главное, не гореть. Предлагаю вам сегодня посмотреть короткий обзор лучшего, как по мне, корабля для рангов на 9-8 уровнях «Принц Руприхт». Попытаюсь кратко объяснить, почему я именно этот корабль выбрал для вас. Он невероятно силен в среднем и ближнем бою, благодаря своему сильнейшему ПМК на уровне. Самая сильная ПМК объективно это у него. У вас также есть ГАП против торпед, что позволяет себя уверенно чувствовать против врага, против вражеских эсминцев, а также на врывах. Свои торпеды у него тоже есть. Их много на каждый борт, так что в клинче вы будете себя чувствовать тоже очень даже хорошо. А также у вас высоченная скорость хода для линкора 33,6 узлов. То есть от вас никто вообще не убежит. Из минусов, разве что у него довольно посредственное ПВО, но благо авики попадаются в боях ближе к вечеру, 9-10 часов вечера. И опять же, не каждый бой эти авики есть. А если и есть, то нет гарантии, что на них хорошие опытные игроки. В качестве примера хотел бы вам привести свой бой на Руприхте, как я обычно играю в ранговые бои. И главные правила, которыми я пользуюсь, это не влетать в 4-5 человек сразу, заехать поочередно в 2, возможно, в лучшем случае в 3 соперника, опять же по очереди, грамотно разменять свое ХП, и потом вы в дуэли один на один убьете всех, благодаря своей скорости, своим торпедам, своему гапу, своему ПМК, ну и, конечно же, уже своему главному калибру, который, к слову, не самый точный, но все-таки он есть. Перки и модернизации, которые я вам порекомендую, которые я лично ставлю, сейчас покажу. Приятного вам просмотра и подписывайтесь. Че, у них есть что-то жесткое? Ничего у них жесткого нету. Один торпедник, который уконтрится моим гапом. Так что... Да ничего здесь нету у них. Тирпиц ПМКшка немножко такой страшненький. Но не более того. О, там Тимурка даже еще вылетает. Уже все готов. Тимурка говорит, готов получать на все лицо. Отлично. Супер. Купер класс. Супер. Изи. Кстати, неплохие дымы, Свет. Неплохие дымы. Я почти за ними скрылся. По-моему, мужик натался там. Немножечко опрометчиво поступает, да? Блин, я ему выцеливал жопу, а в итоге... Опа, сам подставился. Единственный щизи. Агир, говорят, неимоверно хорош. Неимоверно хорош. Мой любимый. Просто вот лучший, понимаешь? У него кличка лучший. Просто лучший. Спасибо, тролль. Толстый тролль, извини за неуважение. Не прочитал весь твой ник. Попаду я сегодня тебе с пробитиями просто, без цыток. Благодарю, одно. Что-то когда пытался, вообще не летело. Видимо, пока буст собирался, то оно и шло, черт пойми как. Торпедку ты не ешь? Не ест. Падла, тварь. А, ест, только не от меня. Это нормально. Это нормально. Спасибо огромное, троллина. Обещаю стараться на Эгире, хорошо? Обещаю потеть. Хотя не очень хочется, но я буду. Да нет смысла торпеды по нему откидывать, он сейчас сдохнет от моего ПМК. Что-то я уж больно много ХП потратил на одного тирпица. Уж слишком много. Творите с ними пожарами нафиг, пожалуйста. Что ты такой? Ты хочешь убегать, мужик? Уже поздно, уже поздно. Я вышел на охоту. Сейчас тебя буду сажать на бутылку.
Агир в рангах и правду может тебя показать. Мужики, я покажу все, что умею на Агире. Все, на что хватает моего ничтожного скилла, постараюсь, хорошо? Блин, там уже просто точку забирают. Хоть бы у них Талса оказалась, ну, не очень. Потому что если она очень, то она будет за острова закидывать мне урон. Я надеюсь, Жанбар на Балтику смотрит, правда же? Он не будет смотреть на меня, там, где я проезжаю сейчас вот тут вот. Чего я не стреляю, кстати? Бэм-бэм. Я, мне страшно, типа, сейчас Жанбар стопудово мне что-нибудь отпилит. Я ж знаю, какая это хрень. А, я уже не вижу, куда он смотрит. Ну, неважно, монарх отсюда не уходит. Я быстрее. О, мужик. Ой, что-то я... Случайно, извини, кнопка случайно нажалась. Я не надеюсь на цитки, я надеюсь просто, что я тебя убью. А чё он не стреляет? А, стрелять начал. Он, видимо, до последнего думал, что не, я не свечусь. Я не свечусь. Все, парень откис. Скис Талса. Может, я успею двойной удар сделать, если будет цитка здесь. Хотя, слушай, чёрт его знает. Нет, двойного удара не будет. Какой же это читерный кораблик. Даже стрелять неохота с главного орудия здесь. Чисто наслаждаешься этим вот потоком сознания. Здравствуйте, Владик. Здравствуйте, Калипсо. Да, он уже и так труп, что там нажимать. Там уже просто все. Бронзовая лига. Я готов есть с лопат таких союзников. Фуловый, со стоковым корпусом. А потом приходят, говорят, что Талса говно. Талс говно. Но если ты играешь вот так, как этот мужик на Талсе, то Талса говно. Просто у него была возможность встать вот здесь вот за островом, вот тут хотя бы где-то, и накидывать вот так вот урон мне. Ну, не пошло, не пошло. Талса говно, мужики. Не пошел на Талсе. Не запланировано как-то вот вышло так. Знаете, бывает. Я не знаю, вот мне зайдет он там пойти на точку С, или... Точнее, на точку Б, или на точку С заехать. Как хорошо тебя в клане 1-3-4 натренировали. Да я просто разрываю. Разрывная идет. Блин, я помню, я раньше, короче, видосики всякие делал, да? Я видосики всякие делал, типа там... какие хорошие, потные, интересные бои... Это Югума. В рангах происходят. Видосы заливал на канал. А сейчас просто вот с такими соперниками, ну реально, ну... Какие видео ты зайдешь на канал? Они ж сливаются просто как какие-то бараны последние. Не, ну у меня гап есть, это читы. Против твоих торпед это просто читерство. О, основа калибра. Точнее, основной калибр. О, Жанбар приехал на свою смерть. Знаете, почему приехал на свою смерть? Потому что моя ПМКшка будет его трахин-трахин. Боже, как же я люблю свои читы, которые прожимаются по кнопочке Y. Бебешки. Не, братан, ну только давай не двенашечку это вот выбивать. Тебе некуда мне двенашку выбивать. Давай ты не будешь это вот делать. Смотрите, как приятно мы разбираем уважаемого Андрона. Опять же, тебе некуда мне выбивать урон, братан. Но ты его где-то откуда-то убиваешь, я понял. Извините. Прошу прощения. Это поэтому.
Этим займется моя ПМК. Отличный залп. Расходник прожал к 100. Мне кажется, ему очень нравится моя ПМК. Андрон говорит, что вообще кайф стоять под ним. Во, такие залпы и должны были быть изначально, братан. А торпед там за маму, за папу не покушаешь? Покушаешь. Все, изи. Двойной удар? Двойной удар! Двойной удачник, Кракен! Ну что, может быть, залем этот бой на канал? По-моему, неплохо медалик пофармил. Первая кровь, мастер ближнего, двойной удар, дредноут, кракен, основной. Поддержки тут не хватает. Ну какая же все-таки имба. Василий Пуля показывает на рупрехте что-то такое интересное. Просто проехался кнопочкой W и все. Тут даже прикол не в том, что я что-то особенное сделал. Я просто проехал вперед, потому что я знаю, что ни у одного из них ПМК нет, ни у одного из них торпед нет. И единственные торпеды, которые могли пойти, это от Югума, и он их откидал, и я гапом их высветил. Тут ничего никто не может сделать. Единственная такая потная схватка была с тирпицами. То там, как бы, опять же, шансов у него было мало, потому что у меня ПМК сильнее. Ну, что сказать. Интересно, интересно. 200 тысяч чисто в рангах. Сколько ПМК накидала? ПМК накидала какие-то жалкие 136 тысяч. Ну, ничего так. Ничего так. 134, пардон. 134 500. Неплохой такой гайд на рупрехте.